Парламентарии округа продолжают работу над проектом окружного бюджета. На сегодняшний день планируемые расходы на ближайший трехлетний период представили 4 департамента. По взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям НАО, природных ресурсов, экологии, АПК, строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Сегодня законодатели рассмотрели расходы департамента здравоохранения, труда и соцзащиты. Департамент образования, культуры и спорта НАО приступит к защите своего бюджета в начале декабря. Порядка 4 миллиардов 900 миллионов рублей запросил департамент здравоохранения в 2019 году. В том числе около 173 миллионов рублей на обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных департаменту. Это бюро судебно-медицинской экспертизы, финансово-расчетный центр, отделение соцзащиты населения и центр занятости. По учреждениям, казенные учреждения несколько номеров, бюро судебно-медицинской экспертизы, всего на содержание необходимо 30 миллионов 356 тысяч 900 рублей. Рост к 2018 году на 1 миллион 543 тысячи 500 рублей. Увеличение обусловлено ростом коммунальных услуг, изменением кратности по формированию фонда по труда и начислению на оплату труда. Штатная численность без изменений 24 штатные единицы. Вопросы есть? Нет. Дальше. Казенное учреждение Ненецкого автономного округа, финансово-расчетный центр. Всего на содержание необходимо 54 миллиона 305 тысяч 500 рублей. Рост к 2018 году на 11 миллионов 26 тысяч 600 рублей. Рост расходов обусловлен в основном, предлагается приобрести основные средства, это стрелковый автомобиль «Газель». По словам Сергея Свиридова, финансово-расчетный центр будет обеспечивать транспортное сопровождение выезда бригад врачей и социальных работников. В свою очередь депутаты предложили альтернативные варианты, один из которых – использовать транспорт Заполярного района. Пойдут ли они нам на встречу, наверное, надо у них спросить. Но если это решение не будет принято, то мы будем денег тратить в разы больше на аренду транспортного средства. Если мы готовы на это пойти, то я просто… Если не будет решен вопрос положительно, мы пойдем по пути аренды транспортного средства. Это будет для нас дороже. Других вариантов просто у нас нет. Подписание соглашения за Полярным районом. Они не будут под меня подстраиваться. Они будут его использовать, как они хотят. А я буду по остаточному принципу. Но у меня сегодня бригада врачей расписана таким образом, что мы подстроились в том числе под оленеводов. Если мы хотим сбить график, то, конечно, давайте сбивать его. На содержание отделения социальной защиты населения в следующем году потребуется порядка 53,5 миллионов рублей и чуть более 34 миллионов рублей для центра занятости населения. Общий объем субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения госзадания, на оказание государственных услуг и иные цели потребуется порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей, в том числе более 813,5 миллионов рублей Ненецкой окружной больницы. Депутат Андрей Ружников предложил пересмотреть бюджет в сторону увеличения. Это касается оплаты труда работников больницы, расширение штатного расписания и улучшение материально-технической базы. У нас больница за последнее время превратилась из окружной в муниципальную. Две санитарки на всю терапию. И то они впрямую говорят, да мы не будем подмывать, мы лежачих больных. У нас не входит в это, но тем не менее отдать им это самое должное и поставить им памятник за то, что они, несмотря на все, две санитарки, терапия переполнена. Люди лежат в коридорах. Я настоятельно рекомендую, все-таки пора уже пересмотреть, кадровую политику, наверное, так? Отношение главврача? Да, кто там? Отношение главврача к всему медперсоналу. Депутаты приняли решение в ближайшее время посетить окружную больницу и после обсудить с главврачом основные проблемы учреждения. Ирина Никишина, Леонид Шишелов, телеканал «Север».